Окружные стражи порядка отметили 300-летие российской полиции. С профессиональным праздником их поздравили представители органов власти. Начальник ОМВД России по Ненецкому округу Олег Яковлев вручил ведомственные награды отличившимся сотрудникам. Российская полиция образована указом Петра I в 1718 году. На территории современного Ненецкого округа в низовьях Печоры и в Большеземельской тундре в декабре 1918 года, в феврале 1919 было образовано управление Печорской уездной милиции. На сегодняшний день в окружном управлении несут службу более 300 сотрудников в 34 подразделениях. В настоящее время мы являемся наследниками славы предыдущих поколений сотрудников. Честно и профессионально исполняющих свои обязанности. Наша профессиональная деятельность и система подготовки кадров основаны на богатом практическом опыте, глубоких знаниях и преемственности лучших традиций. На торжественном вечере Олег Яковлев вручил сотрудникам управления ведомственные награды. Медалью за доблесть в службе награждены майор юстиции Наталья Попова и старший сержант полиции Игорь Вараксин. Медалью за боевое содружество – прапорщик полиции Андрей Казанцев. Медалью Путилина – майор полиции Александр Бокарев. Почетная грамота МВД вручена капитану полиции Виктории Никулиной. Благодарственные письма министра внутренних дел – капитану полиции Евгению Брагинцу, лейтенанту полиции Виталию Волошину. Еще ряду сотрудников вручены юбилейные медали, 300 лет российской полиции и почетные грамоты. Ваша деятельность – это не только прямая правоохранительная служба. Это на самом деле намного больше. Вы обеспечиваете всему остальному населению страны возможность жить, творить и не думать о том, что они каждый день должны заботиться о своей безопасности. Тот порядок, благодаря вам, который существует и в котором мы живем, он и является основой здорового, благополучного, перспективного общества. С праздником сотрудников полиции поздравили и творческие коллективы Дворца культуры «Арктика», завершив торжественное мероприятие исполнением песни «Гимн российской полиции».